Юлия Савичева сидит на вокзале и ждет поезд. Кто она? Анна Каренина или дама с собачкой? Но тут совсем другое дело. Она хочет уехать от него, от Евгения Папунаишвили. Но она еще не знает, что уехать от Жени невозможно. Психологическая драма со счастливым концом. Эта пара наводит ужас на Николая Цискоридзе. Я боюсь увидеть танец танго в исполнении Юли и Жени, потому что мне кажется, они будут кусаться. Но, кажется, судьи ошибаются на их счет. В конце-то концов, можно ведь и не кусаться. Кто-кто? Кто-нибудь дома? Да. Как лучше? Вот так вот или вот так вот? Мне удобнее всего вот так. Так ты привыкла в жизни, да? Вообще в жизни Юля редко бьет мужчин. А Женя почти не хрюкает. Просто они веселые люди. А веселые люди тоже бывают разные. Что ж ты хотела уехать? Так что ты меня же обидел, сволочь, собака. Чуть-чуть ты бы уехала. Пара номер 12. Юлия Савичева и Евгений Папунаишвили. Железнодорожная танго. Il a quand une toi, quelqu'un, quelqu'un qui tout cornillant. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Plutôt, ma baroute longue, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Fada, fabadada, fada, fabadada. Luton, ma baroute longue, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut. Юлия Савичева и Евгений Папунаишвили.